Желающих переехать в холодную страну найти сложно, пока дело не касается России. Богатая природа, сладкие пряники и гостеприимство россиян всегда притягивали иммигрантов. Викинги влюбились в эту страну и с 9 века предпочитали воевать за российских князей. Удачное расположение между Азией и Европой привлекало разных купцов, а дружелюбность населения позволяла селиться и пускать корни. Изобилие богатых городов соблазняло заморских ученых, врачей, ремесленников. Многие из них оставались жить в России, например, предки Фаберже. С 17 века иностранцы шли на госслужбу к россиянам. Екатерина II была немкой, но за новую родину стояла горой. До 20 века сотни коммерсантов из разных стран считали Россию своим домом, но большевики временно смотали бизнес удочки. Сегодня люди из разных уголков планеты желают стать россиянами. И это неудивительно, ведь Россия — уникальная страна. Возможности ее безграничны, а доброта россиян может лед растопить.